Это лапа ископаемой птицы огромного цапеля. Тум-тирум-тирум. Только это его мумия. Вот еще одна штука. Видимо, какой-то Neverland. Ну все, покривлялся, хватит. Вон тигр нарисованный. А если ты из рота у него вылазишь, ты сначала туда через что залазишь? Ну там сразу голова или попа сначала? А, то есть сразу голова. Я думал, они только морковками питаются. Они тоже друг друга играют. Переворачивают друг друга. И целуются чего? Кого пужаешь-то? Паранди, паранди. Что, иностранца увидела, да? Только пальцы не суйте нафиг, это кот кусит. Это трехуховый. Заедает. Класс. Вот такого домой завести, вот это весело было бы. А что, надо мной в бассейнах только запихнул? Ну пофиг еще. Вот жизнь, да? Ешь, спишь, рыбу ешь. Радуешься. Ты еще рыбу хаваешь, значит. Вкусная, как тюлень. Они, кстати, пара, наверное. Наверное. Либо подростки просто. Так, а в прошлый раз, помнишь, там что-то им это даем? Я не вот так, смотри, как не крутится. Вентиляторы. Да, ты дикоброс. Ты дикоброс. Ты ёжик, ты просто большой ёжик. Вон твоя морковка. Всякой дрянью кормит, поди, да? Вон, смотри, какое блюдо. Вон, да, я вижу. Там. Иди сюда, ближе. Ёжик. Ёжик. На головы не ножик. О, нифига себе потянулся. Ёжик. Куркать такой главное. Иголки, да, ну. Они с иголки на сердце не умер. Получается, дикобраз оттяжает, отличается тем, что у него иголки длиннее. Ну да. И размер сам по себе больше. Ну да. Но они из одного семейства вроде. Ну, да. Ничего себе. Ой, там пьянка. Вот так вот мячик на него попадет и проткнется нафиг. Смотрю, до завтрака добрались. Хрум-хрум-хрум-хрум. И то, и другое так вкусно. О, мартышка. Мартышка, мой компас земной. Что ты тут делаешь, мартышка? Слонёнок. Ага, почуял, что тут фотографирую. Пришел, значит.
Ну, спасибо, пацан. Подкузьмил.